практически тут же взлетает в небо авиасалона «Макс». Новое воздушное судно создается специально для развития российских местных авиалиний с учетом действующих авиационных правил аэродромной инфраструктуры. Пилотирует Ил-114-300 заслуженный летчик-испытатель Игорь Леонидович Зинов, заслуженный летчик-испытатель Михаил Владимирович Кондратенко и испытатель борт-инженер первого класса Олег Николаевич Грязев. Остановитесь, подумайте. Не равны три варианта пассажирских салонов. Базовый на 64, опционный на 68 и 50 пассажирских кресел. Крайний вариант с увеличенными багажными отсеками. Ведутся работы по предоставлению возможности перекомпоновки салона самолета из одного варианта в другой силами эксплуатантов. Самолет рассчитан на автономную эксплуатацию в широком диапазоне климатических и географических условий. При этом самолет может использовать короткие взлетно-посадочные полосы и полосы с грунтовым покрытием. Его могут принимать аэродромы со слабым техническим оснащением. Это очень важно для будущей эксплуатации этого прекрасного самолета. На борту. Благодарят вас за внимание, за ваш теплый прием и аплодисменты.